соответственно, у этого токенов больше, да, если он их, например, ему поставит 45%, то он 500 токенов сразу может продать, да, в моменте. А здесь человек на 100 долларов, даже 300 всего лишь купил, даже 500 нет, да. Поэтому вот для таких участников, кто не успел вот прям первый, второй, там, третий раунд, у них первый месяц разморозка идет выше. Вот. То есть таким образом, вот на пятом раунде, если даже вы купили на пятом раунде, да, за 50 центов, то в первый месяц вы 75% ваших купленных токенов можете уже продать. Вот. И дальше тут видите, да, по 6%. То есть таким образом компания, проект позаботился о том, чтобы человек, который был быстрее всех, да, и успел в первый раунде, он, значит, получил больше токенов, но у него меньше возможности их слить. А чем успел в первом раунде, да, он купил в пятом, естественно, он токенов получил меньше, поэтому ему дается возможность эти токены продать в большем количестве, чем тем, кто в первом раунде